Сегодня у нас последний день полный здесь в Ульцине. Дима сбегал на 2 евро, купил нам хлебушков всяких в пекарню. Вот таких рогалики, это с вишней, да, Дим? Вот эти вот рогалики, мини-пицца и хлебушка просто. Вот это все 2 евро. У нас остался арбуз, еще арбузика пожуем. Че, вставай, наверное, давай чай. Это наш ресепшн. Там одна сосучка. Мы решили поехать сейчас в бар, посмотреть на крепость. Все. Будто радио вклинивается, да, другое. Короче, мы сегодня просидели до 3 дня дома просто, ничего поспали. Не делали, спали, отдыхали, мы так перегрелись, короче, вообще тут такие красивые виды тут. Вот, и решили сейчас в бар съездить. Бар тоже старый город очень, там есть крепость. Бар вообще делится на два, на старый, но новый город. И старый там, по-моему, 2500 лет ему. Можно флешечку поставить, конечно. Ты не брал свою? Какую свою? Ну, я же тебе говорю, возьми флешку. Нет, не брал, мне флешка. Мы приехали в старый бар, тут уже видно, в принципе, крепость. За парковку отдали 2,50 и время не ограничено. Пять.
Ну я там магнитик себе не купила. Я тебя с двух сторон обхожу. Нет, 350. Спагетти 6. Я вот так... Я вот так мед всякий. Давай посмотрим. Это мед? Да. А, это мыло? Или это сыр? Это мыло, наверное. Мыло. А может, не знаю. Народу мало. Народу мало. Смотри, как симпатичный ресторанчик, да? Так, мало. Спасибо. Пава. А смотри, еще открытка интересная. 10 заповедей. Ну, но все равно можно это. Ой, я думала, выключила. Обожаю такие улочки, прям вообще обожаю. Скользкая дорога, да? Нет? Не скользко. Ой, смотри, вон уже крепость видно. Конечно, тут дороже, потому что... Виноградик. Вот еще менюшки. Ну это просто как типа киоск. Давай его на фоне сапога. Не, давай на фоне стены вот этой вот. Давай, давай. Снимаю. Каким дорогам? Вот это говорит, главная дорога. Ну это главная дорога. Не, просто подняться, посмотреть. А мы туда сейчас все равно вернемся. Прикольно, смотри, как. Мозаика. А? Театр. Театр юного зрителя. Вход стоит 2 евро за человека. Нам дали 2. Что делаю, а как мне интересно? Да? Водяная лестница, Дима говорит это. Надо было другую обувь одеть. Здесь когда-то жили люди. Сейчас тут прохладно. Прикольно, народу мало, да? Thank you.
интересно, такие улицы узкие, на чем? Смотри, Дима. Турецкая баня, хамам. 18 век. О, видишь, как они тут мылись. Что ты увидел? Сейчас. Да? Это что такое? Они тут топили, что ли, или что? Или это туалет? Я снимаю вообще-то. Это что за дверь, интересно? Вообще в истории Черногории много всяких разных периодов. Там турецкий, византийский. Вот, видимо, это наследие турецкого. В национальном памятнике. Я тебя снимаю.